Ви мільярд Яценюка знайшли? Якщо ви понятия. Ну, цей це я... мільярд Яценюка, це була ваша заява. Ви, здається, перший сказали, що була якась там п'янка, велика, де Яценюк святкував заробіток першого мільярда. Я коли це читав, то ну, ну складно я, собі я, уявити. Я, 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 я нічого я... про это не писав. Я говорив это на одному з інтерв'ю на телекомпанії Чорноморка. Виступали. Я не називав... Арсения Петровича Пофамиля сказал, что был недавно день рождения, на котором один известный всем Арсений отметил, кроме праздника, еще и первый миллиард. Когда становишься человеком публичным, надо взвешенно относиться к любому, каждому каждому сказанному тобой слову. И я прекрасно понимаю, кто и зачем понимая прекрасно, в каком я нахожусь сейчас в таком состоянии. Постоянно война, ты все время на грани, у тебя есть только белое и черное, да, у тебя нет полутонов. В общем, в кучу это все навалилось друг на друга. И мне очень вовремя э, люди, которым э, важно вот это вот, качать ситуацию, да, там, недоверие к президенту, к премьеру, к главе каждой там, службы, к, к каждому нардепу Верховной Раде в целом, мне информацию подкинули. Я выдал это в эфир, и мне... Я бы не сказал, что там, я решил с свои вопросы при личной встрече, там, не знаю, пожму руку, извинюсь, где надо, а, потому что и сам попадал не раз в ситуацию, когда тебя там оговорили, mm -hmm. оболгали, оплевали. Я реально неловко себя чувствую за то, что я это все озвучил. Но уверен, что когда это подхватили какие-то а, зарубежные средства массовой информации, там американцы, россияне, в основном, конечно, россияне, за что мне втройне обидно, когда, по моим словам, да, там, с цитатами моими действуют российские и вражеские СМИ, мне надо быть внимательнее к сказанным словам, поэтому я с тех пор значительно меньше, условно говоря, кукарекаю. И уже если, если кукарекаю, то стараюсь один раз каркнуть, чтобы потом эхо не разлеталось камнями, как круги по воде.